такие дружелюбные собаки. Привет, собаки! Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы проведем с вами в этот замечательный день несколько часов с обычной русской семьей на загородной даче. Добро пожаловать! Дача – это небольшой земельный участок. В нашем случае это 4 сотки. Маленький летний домик, огороды. Есть маленькие теплицы, маленькая баня, уличный туалет. В общем, все, что нужно человеку для того, чтобы отдыхать летом на природе. Да, такое, нормально. Пойдет. Ну, а теперь давайте познакомимся с тем, как выглядит русская дача по отдельности. Начнем с дома. Вход в дом начинается с небольшой веранды. Здесь же вход в гараж. Итак, попробуем с вами зайти в наш маленький дачный домик. Сразу скажу, все, что вы здесь увидели и увидите, построили люди своими собственными руками. То есть не привлекая профессионалов, семья, несколько ее поколений строила эту дачу своими собственными руками. Итак, начнем с комнаты. Обязательно небольшая печка. Кровати. Телевизор. Все очень просто. Как правило, вещи, которые постарели и стали ненужными в городских квартирах, перебираются на дачу, поэтому все кровати, ковры, стулья, которые вы здесь видите, шкафы, когда-то были в городских квартирах. Чтобы не выбрасывать лишний раз вещи, им дают возможность, шанс на вторую жизнь на даче. Это небольшая кухня. Есть водопровод, правда, вода только холодная. Пища готовится на природном газу. Газ покупается в специальных баллонах и привозится на дачу. Сегодня, правда, мы с вами приготовим солянку на костре. Так она будет вкуснее. У дачи есть второй этаж. По сути дела, это чердачное помещение, которое когда-то было действительно чердаком. Но жители этой дачи решили переделать его в жилую комнату. Скажу вам, не сильно скромничая, второй этаж строил я сам. Все, что вы видите здесь, всю эту облицовку я делал своими собственными руками. У меня ушло на это 3 лета, 3 летних сезона. То есть покупал доски отдельно, привозил и красиво приколачивал. Это у нас чердачное помещение, которое сейчас выполняет роль дополнительной жилой площади. Здесь дети играют. Здесь же можно ночевать. Обратите внимание, большое количество полок, мест для хранения. Кровати. Естественно, телевизор. Опять полки, полки, полки. Обратите внимание на люк, который выходит на крышу. Он сделан из частей старого шкафа. Ничего не пропадает зазря. Все идет в дело. Итак,
это у нас с вами чердачное помещение, так называемый второй этаж. Ну что ж, а мы с вами идем на улицу. А вот это туалет. Тот самый маленький незрачный домик, но очень важный. Давайте посмотрим. Просто дырка в полу. Надо сказать, никаких плохих запахов нет. С помощью вентиляции все уходит. Ты решил песочницу полить? Вот так выглядит промежуточный уровень сбора урожая. Видите, набрали лук, здесь перцы, капуста, укроп, малина, помидоры, огурцы, баклажаны, чеснок. И еще раз малина и морковка. А здесь чуть-чуть земляники, но это уже остатки. Вот примерно таким образом русские люди собирают на своей даче урожай. Но для основного сбора еще рано. Это все будет в сентябре. Гараж. А вот какая у нас вот родилась редиска. Участок. Снаружи она красная, внутри белая. Очень вкусная редиска. Итак, это наша баня. Она тоже топится на дровах. Рядом с баней сразу же бассейн, чтобы после горячей бани можно было окунуться в прохладную водичку. Вот так выглядит наш участок. Вот такие елки растут на нем. Сегодня очень хорошая погода.
почти что 45 градусов. Ну что ж, посмотрим, как русские люди парятся в бане. Вот таким образом. Хлещут себя веником по телу. Таким образом разгоняется кровь, улучшается обмен веществ. И для кожи получается очень хороший массаж. С легким паром, Серега. Ну а мы выходим на улицу. После бани прыгают вот в этот бассейн. Итак, наш бульон начинает кипеть, и сейчас мы по очереди будем сбрасывать туда приготовленные заранее ингредиенты. И сейчас, когда закипит бульон, мы по очереди все это сбросим в котелок. Сначала засыпаем картофель. Хорошо. Накрываем крышкой и ждем, когда картофель закипит в бульоне. Картошка закипела. Начинаем по очереди сбрасывать туда заготовленные заранее продукты. Это мясо, на котором варился бульон. Кстати говоря, не просто на мясе, а на косточке. Самый вкусный бульон наваристый. Это остатки ветчины в холодильнике после завтрака. Это немного колбасы вареной. Это другой вид колбасы вареной. И, наконец, самые обычные сосиски. Тоже мелко порезаны. Все это засыпаем в наш котелок. И самое главное, следить за тем, чтобы финская свеча не прогорело до того, как вы снимете котелок, иначе ваш суп упадет на землю. Посмотрите, какое мощное пламя, и оно поднимается строго вверх, именно в то место, где должна находиться наша кастрюлька или котелок. Перемешиваем, перемешиваем и добавляем сюда обжаренную морковку с луком и с солеными огурцами. Это вы можете сделать заранее дома и точно так же принести с собой в баночки. Но мы приготовили это отдельно на сковородке на газу. Также сюда добавлена была томатная паста. Из-за этого солянка приобретает ярко-красный цвет. Очень вкусный наваристый суп. Раньше он назывался селянка, значит деревенский суп. А теперь в России его называют солянка. Суп с солеными огурцами. Суп практически готов. Посмотрите, как выгорела свеча. То есть практически дрова выгорают до основания. Вот здесь нужно следить за тем, чтобы ваш котелок не упал. Посмотрите, суп начинает кипеть. Вкусный, наваристый суп. Итак, последний штрих. Добавляем маслины, дольку лимона и немного сметаны. Приятного аппетита. Без остатка. Единственное, конечно же, с точки зрения безопасности, нам нужно ее залить водой. Мы собрали остатки финской свечи в маленький костерок. Ждем, когда он прогорит до углей, и будем жарить сосиски. И на остатках нашей финской свечи мы коптим сосиски.
угли окончательно прогорели, но тем не менее для безопасности заливаем все это водой. Русский традиционный самовар. Он хранится в нашей семье уже более 150 лет. И сегодня мы будем пить чай, приготовленный с этого самовара. Итак, мы начинаем топить наш самовар. Первым делом заливаем внутрь воду, закрываем это крышкой. У нас остается труба, куда сейчас мы будем сбрасывать еловые шишки. Экологически чистый вид топлива. Помогать нам будет Лиза. Я буду сбрасывать шишки. Самовар наш коптит как паровоз, но чтобы тяга была лучше, мы ставим сверху специально изготовленную для этого трубу. Таким образом и тяга будет лучше, и дым будет уходить наверх. Итак, наш самовар закипел. Если открыть вот это специальное отверстие, мы можем понять, что вода кипит. Скоро будем пить чай. Чтобы прекратить горение, трубу убираем и ставим специальную заглушку. Можно нести к столу. В качестве десерта на сегодня будем готовить не блины, а так называемые лепешки. В принципе, они делаются из похожего теста, так же как блины, но жарятся, видите, практически наугад. Какая форма получится, такая получится. Вот такие лепешки с чаем. Вот мы с вами за городом, примерно 20 километров от Иркутска. Поля, небольшой лес. Мы приехали собирать ягоду землянику. Вот она здесь прячется, смотрите. Вот она. Вот.
что ж, собираем ягоду и делаем варенье. Чтобы хорошо собрать ягоду, нужно отодвигать траву. Смотрите. Вот она. Вот она прячется. Это сибирская земляника. Вот и сколько. Самое сложное сейчас это оборвать листочки. Некоторые предпочитают с ними, но мы будем обрывать. И это одна из самых тяжелых задач. Итак, самый сложный процесс — очистка ягоды от лепесточков. По времени занимает раза в три больше, чем сбор ягоды. Вот так она выглядит. Собранная, а вот так она выглядит очищенная. А вот что остается после очистки. И сидим вот так и 3-4 часа перебираем ягоду. А по телевизору показывают Токийскую олимпиаду. Она чистенькая, без лишних травинок, и сейчас мы начнем ее варить вот в этом тазу. Но сначала нам нужно сделать из сахара сироп, а потом в этот сироп мы добавим лесную землянику. Ну что ж, в процессе нам не дает скучать Токийская олимпиада. Итак, согласно весу нашей ягоды высчитывается необходимая пропорция, засыпается сахар в таз и ставится на печку. Добавляем немного воды, чтобы сахар мог растопиться, и начинаем приготовление сахарного сиропа. А уже в этом сиропе будет вариться наша ягода. Для правильного приготовления сиропа его нужно постоянно помешивать, иначе сахар пригорит. Вот таким образом. Итак, наш сироп готов. Посмотрите, он стал прозрачным. И сейчас в этот кипящий сироп мы засыпаем нашу ягоду. Перемешиваем и оставляем так до тех пор, пока она дойдет до кипения. Снимаем появившуюся пенку и сразу же выключаем печку. Ягода будет доходить сама. Таким образом, доводя до кипения, снимая пенку и сразу же отключая, мы будем варить варенье 3 дня. Итак, прошло 3 дня. 3 раза мы варили нашу землянику. И получилось вот такое варенье. Сейчас мы будем его разливать по баночкам, которые у нас остались после магазина. В них были огурцы и прочие продукты. Баночки мы не выбрасываем, используем их для хранения варенья. Ну что ж, начинается самое интересное. Разливаем по баночкам. Сколько влезет, столько и влезет. И это вкусное земляничное варенье будет радовать нас долгими зимними вечерами. Итак, вот столько банок
земляничного варенья получилось у нас из собранной ягоды. Вот так оно выглядит. Варенье разлили по банкам и будем есть его зимой с чаем, с булкой. Можно добавлять сметану, либо варенье. Земляничное варенье готово, а малиновое варенье еще только готовится. И на то варенье, и на это у нас всегда найдутся охотники, которые с удовольствием его едят. Приятного аппетита! Итак, к чаепитию практически готовы. Вот наш самовар. Сверху небольшой чайничек. В нем завариваем чай. Обратите внимание, что угли еще остаются в самоваре. Соответственно, он постоянно подогревается, поддерживая температуру. И сейчас все соберемся и будем есть лепешки со смородиновым вареньем, с клубничным вареньем и со сгущенным молоком. Наливаем заварку и добавляем кипяток из старинного самовара. Немного оставляем места, чтобы добавить молока. Так, пью чай в Сибири. Еще один погожий день на даче. Все занимаются своими делами. Младшие помогают по хозяйству, старшие контролируют процесс. Чистое небо и наш дачный участок. А мы находимся в теплице, где Аня собирает огурцы. Что мы будем с ними делать? Да сейчас быстренько к обеду посолим. Парочку огурчиков и собираем. Быстренько посолим. Быстро. Не забудь, надо вот эту срезать. Попки срезаем. Хорошо. А тем временем мы зажигаем дрова в мангале. Для лучшего розжига мы используем кору березы, так называемую бересту. Береста очень хорошо горит. Разжигаем небольшой костерок, ждем, когда дрова прогорят, и сверху засыпаем это купленное в магазине. И после этого начнем жарить шашлык.
Ну что, у нас практически все готово. Посмотрите, какие красивые шашлыки. Чтобы жар от угли не пропадал зря, в качестве гарнира шашлыку мы делаем решетку из овощей. Овощи собраны на своем собственном огороде. Здесь у нас перцы, кабачок. Да, Лиза? Так, у нас все готово. Стол накрыт. Вот эти быстрые огурцы соленые, помидоры из собственной теплицы, овощи, сделанные гриль на мангале, наш шашлык в лаваше, хлеб, перцы фаршированные, редиска. Естественно, все это идет под домашнее вино, коньяк, а детям домашний компот. Ну что ж, садимся за стол. Приятного аппетита. Кампай.